Федерации. Я начался. Александр Гаврилов. Номер 24. Евгений Черепанов. Смешно. Номер 6. Александр Потяшев. Капитан команды. Номер 18. Алексей Киселев. Номер 25. Леонид Федорев. Номер 3. Красиво, конечно, все. Да, все смотрим, непонятно. Полива дома здесь тоже. Да. Легко и просто. Вы дом шок. Не пропусти ни одного. Оставься задачу. Не пропустить ни одного. Интереснее будет, да? Борешь наши проблемы. Борешь наши проблемы. Не прокатит. Вот задача у них такая. Они не встречают ни хера, ни одного. Вот никакая задача на сегодняшний день. Конечно. Первый гол такой же прошел. Один побежал по команде. Забил. Все, сейчас второй. Да. Давай, братух. Сандаль. Блять, услыхали, Сергей. Услыхали молитвы. Забей. Ну, не Игорёв, конечно, забил. А кто забил-то? Рвал струны. Все, смотрим, Сергей. Внимательно. Давай, давай. Вспомни, как Струбников рвал захватки. По полю проходил и забивал. Сегодня мы тоже сам там ставим. А сейчас в ворота команды «Динамо» Казань забил Антон Рычагов. Номер 3. Так, хочу здесь хорошо перебираться в этом нашем деле. Еще сегодня. Играет они хорошо. Вот планы. Аккуратненько. Ну, это везуха, да? Вот этот момент надо забирать. Это называется распиздяйство, называется. Давай. Дают. Это угловой, сами себе бить. Дают. Нет, одно дело угловой сами себе бить, а другое дело, что дают бить, блядь, практически. Даже не с радиуса, а с 12-метровой. Давай! Отлично! Отлично! Да! Эй! Да!
поклюшки. Было, честно было. Тут деваться некуда вообще. Он четко его принял, да? Последняя минута первого тайма. Мяч ворота команды «Динамо» Казань забил Игорь Леденцов, номер 34. Время вышло, один удар у вас. Первое, что надо поздравить старт с заслуженным боевым 9-м местом в гладком чемпионате. Плей-офф как получится. Повезет, не повезет. Сегодня игра для зрителей. Счет ничейный. Во втором тайме старт обычно добавляет. Будем думать, что победа будет наша. Все. А я четверочку славлю. В дальний угол. Четко. В дальний угол. А здесь бил ближний. Четко. А счет 4-3. Четко. Еще не разгром. Не разгром. Мяч ворота команды «Старт» забил Дмитрий Логинов. Номер 50. Смотри, что делают, да? Его должны были удалять. Другой идет, смотри. Нарушил 23-й, а идет... За задержку на 10 минут удален Михаил Установ. Номер 29-й. Команда «Динамо» Казань. Я бы забил. Это гол! Евгений Яковлев. Я забил. Я говорю, так нельзя, ёбаный. Так нельзя, ребят, ёбаный. Тут должны были мы со Шнахова забивать. Он отдает... Передача Артёма Платонова, номер 17. Мяч ворота команды «Старт» забил Дмитрий Логинов, номер 50. Давай. Оп, вот. Никто не ожидал, блядь. Передача, это уже Антошка Ячегова. Это ему, блядь, стихия. Считаете, да? Слёха. А если выше прыжок? Передачи Александра Потяшина, номер 6. Мяч ворота команды «Динамо» Казань забил Алексей Киселев, номер 18. Давайте, ребята, через троечку так спокойненько и нахуй. Пахомов еще вышел. Гол же был, правильно? Да, гол был. Все, все.
день ничьи. Уважаемые болельщики, матч 1/8 финала плей-офф. Команда «Скан» проведет на нашем стадионе 5 марта. Мы принимаем команду «Сканефтяник» Хабаровск. Начало матча 18:30. Дорогие друзья, убедительная просьба к вам. Пригласите своих друзей, знакомых. Команда «Старт» очень нуждается в вашей поддержке. Приглашаем всех вас 5 марта в 18:30 на стадион «Старт» на матч 1/8 финала плей-офф «Старт» «Сканефтяник» Хабаровск. О, свободны. Да ладно, 5-5 нормально. Сделаем вы подарок. О! Ну, заслужил Андрюша, блядь, не повъебывался. Я который год за ним смотрю, за Термаковым, блядь. Ну, ну попить еще хуже. Я так в машинку попал, ты еще мужинку, блядь. Хороший. И так, блядь, в машинку попал, ты еще, блядь. Благо моя сека, блядь. Попить так могу, блядь.